Всем привет! У меня сегодня вторая охота на селезня. Я уже вышел на точку, расположился в камышах и вот поставил два чучела. Ну, сейчас буду ждать. Утки летало много, как я заходил, ставлю. Ну все, всем приятного просмотра. Утка поднялась. Иду на точку. Сейчас дальше так пройду и найду плюсик небольшой, поставлю чучела и буду ждать. Так, уже иду по пояс воды, вода чистая. Какой только утки не летает, красота. Сегодня буду стараться добыть селезня кряквы. Посмотрим. Все. Поставим. Где мой маночек? Сейчас буду манить. Гуси полетели. Два косяка гусей. Сейчас как раз основной перелет. Серая шилохвость. Широконос вижу. Кряквы мало. Сейчас давайте посмотрим с другой камеры. Что там? Что за утка там сидит? Через камеру плохо видно. Утка поднялась. Сюда летит. Кряква есть? Нет, что-то не видать, не кряква. Три гусака пролетело прямо над головой. Thank you.
есть селезень. Вот сколько утки поднялось. Дойти туда еще надо. Я думаю, должен дойти. Ну тут глубоко, блин. Больше пояса уже. Так, что это за... Это чернить, хохлатая чернить, самец. Вот он какой. Тут много ее летает. С полем. Сейчас пойду своих чучелок заберу. Все, охота окончена. Но на этом буду заканчивать свою охоту. Путевка у меня однодневная, и всего лишь можно добыть одного селезня. Вот такого селезня я добыл сегодня. Хохлатая чернить.